что зайдет. У кого мелифлас? Милика. Тая, по-моему, FDK. Так чего она тут? Так чего он? Это бекендол хочет на замену. Давай его доберем. Один отдыха. Дата. Давай его мой КД и примем тогда. Понятно. Это по вот этой новой системе, вот ребята там, Дексиона, Мейсон, которые со второго босса, там как сколько они ЕП получают? Подумаем. Сейчас добьем рейд, потом подумаем. Наверное, 50%. Там вот числа у нас тоже сова. Да, они во сколько пришли. Ну, посмотрите, во сколько они пришли. Типа, люди, которые пришли на замену, стали, или люди, которые приняли КД? Не, ну вот ребята плюсанули, я так понял, где-то со второго босса, там, третьего, ну, который сейчас вот в шестой группе. Они не получат за первого босса, в принципе, 60% получают, замена тоже получает 100%, и то не получат просто за первого босса, в чем проблема. Ну, чтобы понимать. Все было написано, озвучено, блядь, я еще расскажу. Люди, которые пришли, типа, вовремя получают на замене 100%, те, которые опоздали, 50%, те, которые предупредили, получают 100%. Те, которые зашли в рейд, лутают КД, получают и фулл ЕП за весь рейд. Все. Пока, заходи. Давай быстрее. Не запуль, FDK. Первый будет танчить. Ты будешь танчить. Я вообще хан. А, чмыга? Я на кого на пуке. Белого Пакао. А Пакао ты тут? Его что, тоже выйти может? Не, просто да, кто за этим следить будет, первого босса, второго. Лучше бы давали, как раньше, по 200 ИП за босса и все. Ставлю рыбу. А ты смотри, апокалипсиса. Я не понимаю, что сложного? Зачем следить? У вас есть за рейд 2400 ИП. Правильно, правильно. Человек пришел, принял КД, он получает за фул рейд, все. Так, ладно. Раз Леха уже принял КД, Леха. Тем другое. Леха, тебе надо что-то с этого босса, раз ты... Санёк, давай я свалю. Мне это тема. Давай, давай, давай. Хорошо, иди сваливай тогда. Я буду на замене, Леха вместо меня. Да, Леха вместо меня, пускай место занимается. Разберёмся, давай. Сейчас на 5 минут убегу и буду тут. Хорошо, ставь этот. Сейчас нервничать начнет без сигарет. А пока да, принимай сумму на полу. На пола в апокалах, хорошо, спасибо. Дебафните полностью всех. Апокалипсис тоже готов. Не, развесь, все это нормально. Готовность на пол. Все готовы. С первой секунды припоты на свой пол пуляем. Выводи дальше, ну пока. Блять, он лид забрал укус вампир. Как? Ты бегаешь, блин. Он лид кусать, надеюсь, умеешь. Отлично. Топ-хайп выбежал. Так, тогда укусишь. Бля, у меня задебагался. Кто там по ДПСу нормальный был? Дальше. Не показывает. Лежь, вакати, мистер Бон. Давай, меня укусишь. Сбежался, блядь. Почему он стоит? Он его выкинул. Там тебя нету в ДПСе. Ну все, значит, давай. Определенно побежал. Давай не лежь тогда укусит, Лид. Мистер Блон, потом получается, кто там еще, блядь? Не лежь, Вакати. Марсель.
Еще хан. Кого еще? Да, молодец. Никого, падайте. Минус дайте. Вот нахуя забирать укус, если ты не умеешь кусать? Он на пула не дал, и он был вторым по... Блять, он сейчас перекинул, вот пиздец. Что я на пул не дал? Не было показано, что на пул дал. Убегай сразу, быстрее. Понимаю, чтобы у него было не ноль, а минус, нахуй. Захуярил его, нахуй. Минус, ну просто надо запомнить, когда будем начислять ИП, еще минус 400 ему сделаем. Так, блядь, ну, Будрейвен уже, говоришь, у него кредит. Петя тут еще или нет? Ну что, ты минус 50 дал? Ну да, ему еще минус 450. Да, это вообще не первый раз здесь как будто. Потому что он и с пактом не сбегался, там что-то бегал сзади. Ты посрез, может, дашь? А, ты сдох, блядь. Сейчас я обновлю аккаунт самого Бузлина. Макс, ну что, не отлагало? Короче, я чего хотел добавить, типа, если мы кого-то снова берем, пускай заранее, блядь, они пишут, знают так, не знают, если не знают, пускай умирают, блядь, на пену, первой же луже и все. И смотрят. Так мы имберсу будем опираться. Ну, из одного ДДшника, типа, ну, мы добираем одного-два ДД, чтобы они проходку, типа, делали, условно. На Золоман? Да. Ну, из новых нет, один типа, как я понял. Так, короче, нестабильно, Макс. Или пробуешь. Сразу ставь чешка, когда бежите. Третий босса не запульте. Скипиди. Ресните, побудите. Ладно. Я ебал, походи. На Йоми и Скибиди, вставайте. Не, не надо подходить на них, висит мастресса, они пустая в каше. Короче, пока ничего интересного, ребята, там в Дискорде все было написано касаемо ИДП, блядь. Возьмите, прочтите и все, но. Женя, вставай. Будрейвен, ледяная корона. Ну что, Макс, играбельно или не играбельно? Уже один человек принял КД. Десять минут хватит фласки, не? Десять минут хватит. Девять. Разница. Хватит. Девять не хватит, перебивай, нахуй. Молчи. Я как не загоняюсь, походу. У него, он написал, что у него хуёвый интернет начал работать. Мейсон здесь? Всё, давай. Будет варстакать РСПО. Смотрите. Мейсона. Кто не знает, как брать, кусать людей, не кусает, как не кусни, 100% не получить укус. Просто не бейте босса вначале. Пока не уйдет первый укус. Ури баф по Мейсону. Приста бафа не хватает. Что-то еще не хватает. Лоптовского петли.
кричит на хп. Ой, там обои викингов. Репоты на первой секунде. Это было неразумное решение. Начал крутой в дике. Закинь поездку, Алина. Так, остальное в нем ДДшников приехал. Нормально. Лучше кусать тебя, ты думаешь. Я потом после тебя эмобоя укушу. Эмобой, мы с тобой встречаемся в квадратике. ЛДК и мистер Бонд к кресту. Раньше двигайтесь, алло. Я извиняюсь, кто-то джагу кидает? Желтый. Кидай ты. Синий точно кто-то кидает. Мейсон выбежал. Так, не лезь Инер по наеме и Кусяо по скибе, Димаш по себе. Андрей, потом как сможешь по Полинору. Блять, я сейчас пройду укус. Никого, блять. Ебать. Вот сейчас хрен его знает, не нажималось. Мейсон выбежал. На кому же красным горел? На вакате, потому что на красный на всех горел, я не знаю, что за херня была. Вакате, ты тогда кусаешь. Бонда. Кого там сказать? Кресту. Да, мистер Бонда в кресту, я кусаю Момбоя подрать. Алина, закинь Кусяо, Кусяо побежал, зубы закинь по нему. Набрали ренджу, разбежались. Сейвы отдали. А покалу отдаешь ты. Рендж держите, не бегайте. Там обои ближе к квадратику подбежишь. Побеги. Сбежались все. Войд, как сбежимся, нажмешь гимн на ману. Пак. Ну быстрее сбегайте. Алло, блин. Вот скриншот делай, блядь, просто. Вот блядь, все, мы лужа. Просто слепые. Я в ахуе. Отведите лужу. Или падаем. Лужа там, разлил, да. Там лужа была слева. Вон. Кто разлил? Последний. Эта лужа была, смотри, Саш, эта лужа была перед эфиром, блядь. А после эфира лужа осталась, тот кусочек маленький. Они прибежали и в эту лужу нахуй встали. Там кусочек прям маленький, вот видишь, там где-то темп стоит. Вот там этот кусочек и был. Просто прибежали и там его упали, нахуй. Подождите, не вставайте пока. Мне команды все далеко. О, Женя встал, отлично. Женя, кастуй на стресс. Стресс КД. 5 минут еще. Не на всех. Все, давай мобой сразу шкаф. Вставайте, первая пати. И вторая, кто лежит. И сумоним их. Первый, кто. Третья, четвертая. Ну, встаньте хоть кто-нибудь, чтобы сумонить можно было. Полинор, вон. Целая четвертая пати, кто там есть. Наеми встань тоже. За сумоним. Так, теперь по сейвам на первую взлетку. На первую взлетку Апокал сейф отдает. Хау отдает. И все.
На вторую взглядку два гимна отдается. И мастер аур на тьмы, на тьму от любого из паладин. Давай от локать. Да, я видел, что это мама с. Полностью на полу. Наёми, Алина, приставов есть? Ну встаньте в одну, все. Да, и встаньте в один фрейм, только ханты чуть-чуть держатся на РНГ. Алина, закинь ПС-очку. Алина выбежал мне. Тени через 8 приготовьтесь выносить. Киби движение. Долго пак. Если пакт, сразу сбегаешь, не стопаешь все. Сты 5 секунд тени, выбегаете. Экс-фрик выбежал. Маша Иннер по себе, Кусява по Наёми, Нелеш по Скибиди, Полок по Полинору, как смотришь. Вон крест. Да, эмобой квадрат, как и было. Тени последние 6 секунд, на эти тени закидываешь Али на зубы. После взлетки сразу же сбегаемся. Мистер Бонд. Разбежались. Смотрите к луже близко, не бегите, чтобы вас в лужу не загнало. Эмбой. Понятно, минус один укус. Нележ, дай ему Б, разбежались. Танец после пакта. И тени приготовьтесь выносить. Сбежались, сбежались. Какого хрена вы так долго сбегаетесь, блядь? Падать. Войт, прыгай в ДС-шника. Алина в ШП. Не-не-не-не-не. Спех на это... мой дал Коля Приста, а Алина ставит ДЦ. У тебя не получилось. Спасибо. Хватит ДПС, я думаю. Да. Хватит. Мы всегда в 5 убивали троллов, ничего не просто сбегаться не могут. Сейчас прям видно, что не подсиливаются аж типа. Да потому что каличи еще сбегаются 1000 лет. Вон, смотри, где лежат. Но ему бой, ладно. Ребят, мы все бьем по ДД фласками, сапрота никто не выпил. Вот и все. Мы всегда били по ДД фласками, кроме чего. Режим, мы все всегда били по ДД фласками, все трай. Инженерка есть им обои? Надеюсь, там есть без КД.
Еще раз, для тех, кто не понял, взлетка, разбежались, закончилась взлетка, все, стопаете сразу в центр, ко всем сбегаете. Все ясно, да? Давай, Мобой, давай шкаф стоять сразу, чтобы погнали уже, давайте. И давай, Леха, викендов после взлетки ты еще мастера урна тьму нажмешь. После взлетки, когда будем двигаться. После каждой взлетки. На первой взлетке отдаст Хал мастера ауры масса кру. Потом освободит. Леха заберет. После... На второй взлетке... Барменталь отдашь мастера ауры на тьму. Ёбаный в рот. Всем туда побежал. Сумонять меня. Наебал. Дай шкаф. Я могу. Дай ассиста, пожалуйста, на войда. Ну? Шкаф. Эмобой, ты тут, нет? Прием. Что-то он отошел, что ли? Да, можно. Кинь обмен на дике. Все уже добегут, походу, так. Только Полинор не здесь. Эмобой, ты тут? Оставь шкаф. Пикните. Все заебали. Давай. А Джуса не ставил никто? Поставьте. А там КД был новый, но там взяли. Ладно, похуй, по-моему. Поставили, иди почини. Не почините. Спасибо. Да не переживай, я сделал скриншот уже. Я потом по спину минусану всем. Все, готовность. Как же ты, блядь, лутаешь кейс? По набору у меня лучше. На тебя там по игру. Ладно. В локате Женя выбежал. Так. Кусяо, Иннер, Пахао. Там полностью без маны почти. Пакт скоро приготовились носить ханты, если вы двигаете. Не лежь по Полинору. Маша по Войду. Уфолог по Найоме. Скоро тени будут приготовлены. Вейнлид выбежал хан. То же самое ему бой. Тени приготовились выносить. Викиндов, Леха. Сейчас злей Иннер по Войду, если есть. Мне показывает, что это было.
ну, не показывает. Тотемы там на ману поставьте тогда. Тени приготовить, вносить. Энлит опять побежал. Смотри, мой бой квадрат будет завтра. Куда ты бежишь в этот лужу, блин? Да просто, блядь, фиром нахуй угнал. Я мобой. Ладно, я укушу Фокси. Потому что он далеко где-то был. Ну, я мобой второй раз подряд вздыхает, что там. Дай БР по мобою. Не лежь. Станешь после этого. Лина, закастуй гимноману. После пакта. Так, КД. Окей, Маша по эмобою тогда. Кусяо по чмыге. Вот тестер есть. А? Укусишь в Акате чмыг. Станешь после пакта. Вот пакт закончится, станешь. Энлит выиграл. Энлит. Надо было вставать уже. Так я нажал и умер. И вообще ничего не произошло. Видишь, я нажал ты вражды. Андрей, дашь БР тогда по БТ-тестеру. Встанешь после взлетки сразу. Веру, может, не? Спак там появился, сразу подвигались. Не стойте, как додики. Мне лучше не надо, мне кажется, у меня забагалось, у меня даже нет таким тела. Рейндж держите. Укусы будут после того, как она приземлится, поэтому просто держите рейндж. Вместе не бегите. Гимны нажмите два листа. Подхиливайте, кто может. Сбежались и готовьтесь укусы отдавать сразу. Сразу сбежались. Не лежь кожу, но. Не лежь, да. Не викиндоха. Викиндох ушел, не кидал. Геру, дайте. Ладно, вынесите главное эту хуйню и урона хватает. Просто пиздец. Если есть гимн, закастуйте гимн. Не лежь, Синер, по Полинору, Сяо по Ону. Тени через секунду. Обхай. Ну и не хватит ДПСа. Готовы баблу жать, короче. Когда будет бежать. Дай укусы. Два процента. Бабл. Не дадут его доты, наверное. 200к, что там, не задотали, да, пацаны? Ну, минус 4 ДВД, типа, блядь, я хуй знаю. А там, ну, сейвы же давались, да, на взлетку, на первую или вторую? Я не знаю. Что может быть, ну, там обоим осрез. Дотянешь. Не вставайте. Ну, как бы было озвучено, типа, кто еще когда дает, блядь. Ну, он Хелл, говорит, сдавал, короче. Потом ну, и надо может, были поменяться. Может, ренжа хуёвая, вот когда именно взлетка идет, люди просто вдвоем, втроем стоят. Батик, я вообще, вот честно, без обид, я не понимаю, как ты можешь на взлетку умирать под... Меня в фире просто, но... блядь, во все лужи, блядь, я в три лужи забежал. Да, я чему веду, ты же не дослушаешь, перебьёшь всегда. Смотри, короче, ты бежишь, вот сейчас будет удобный фир быть, тень и фир. Видишь, что тень на тебя, ты выбегаешь в центр, и тотем под тебя трепет оставишь, все нахуй.
Я прям с центра даже не успел тотем поставить, мне просто я 4 секунды бегу во все лужи. Ну, надо поставить, наверное. Ну, я вообще-то для бафа ставлю. Чтобы ДПС было больше. Да. Потому что старый. Короче, я вот не знаю, зачем ты хочешь кусать его боя, типа, я против него вообще ничего не имею. Но у него все трай, блядь, 6-8к ДПС. Типа, почему не кусить кого-то там, не знаю, кусяло, блядь, который там ебать. Он же улетает, по-моему, нет? Все, давай, падай, поставь девка. Может, мне не надо кусать. Потому что я ему кусал, потому что он не свакал. Вот сейчас свакает. Сначала постоянно кукус не отдаю. Я понял. Кстати, Марсезу минус дай, потому что он кукус не отдал. Там, значит, надо и это, короче, ебать минус. Бетику. Бетику тоже. А кто сейчас ложе не вынес в конце перед Ланателем, когда все упали? Я не знаю, там тут что там, блядь, тоже еще за книжку записать минус. Еще. Который лужу на лужу льет, блядь, его еле просили там. Минус минус, получается плюс. Плюс ЕБ. Давай рыбу жрать. Полечели. На бой не вставай сразу. Касочки нету, касочки нету. Кастулечки нету. А пока еще далеко, бля. Ну, если. Пиздец. Ну, если встал, то беги сразу. Как ты последним так долго добегаешь? Видно, что если человек встал, бежит. Ну почему шкаф не поставить? Ну вы же свое время тратите. Дай шкаф. Да уже здесь он. Дребафнемся заново ДК быстрее. Викиндов, смотри, ты даешь. Когда она села. Сразу после того, как села первый раз. На второй дает Барменталь. На второй взлетке. На первой дает все хау. Чего не хватает бета-тестера? Мисклик. Все, погнали бить тогда. Хай будешь ты сейчас. Марсес. Марсес, давай ты в квадрате вместе со мной. Я сам блинканусь к тебе и потом отдам блин. Локати выбежу. Алина, дай ПС-ку. Маша Инер по себе кусяла по Ленору. Хау, по хау не лежь. По войду уфолок. Усяло выбежал.
Тени через 5 секунд, приготовьтесь. Массес. Хорошо. Массес квадрат, если что, включаемся. Если будет завтра, он где-нибудь рядом с нами. Найду тебя. Так, подвигались. Появился, сразу подвигались немножко. Тени эфир. Никто не бежит, не бегите сразу. Разбегайтесь там, где не было лужи. Нележ выбежал. Где нет луж. Ищите место. Все, разбежались. Ищите где место, где нет луж. Убежались, Леха, нажми. Значит, мы убежали, сбежали быстрее. Аура. Блять, отдайте. Макс, подвигались. Мальполинор, выбежи, где? Алина, если есть ПС-ка, закинь. Абсолютно прокиньте. Так, я дальше укушу Нелеша. Я эльфрика. Подвигались. Тени, Мейсон выбежал. Скоро будут тени, приготовьтесь. И пак. Рахил. Тени 5 секунд. Приготовились. Хао выбежал. Милики, все, идите ищите свободное место для себя. Разбежались вообще все, урона хватает. Найдите место только. В луже не бегите. И хилам место освободить. Классно, классно, Андрюх, бежишь. Сбежались. Укусы. Вакати укушу. Нележ укушу? Да. Чему их не укушу? Подвигались. Алина выбежала. Алина выбежала. Молодец, молодец. Немножко правее станьте все. Чуть-чуть, на всякий случай. Геру дали. Топ хай поубейте, минусы потом кормите. БР по нему отдай, Маша. Встанешь после пакта. Сразу пакт закончится, встанешь. Еще одну Геру сразу зальете по нему. Тени через 6 секунд. Сейчас пакт будет. Закончится, сразу вставай. Все, вставай быстрее. Мистер Бонд выбежал. Алина, закастуй гимноманы, если есть. Не лезь, Инер, по Войду кусяла по скибени. Маша, ты мощная, вообще супер. А фонтан света это чё, это травма? А пока у тебя есть шеста. Выпало хоть один из осколок? Побежали дальше Вальку хилить. Вальку Синдра. Смотрите, не запульте вальк, который летает. Я пока не могу прочитать это заклинание. А профы решили оставлять, что он самый сложный из этих квартальных, да? И, или какая-то другая причина есть? Есть другая причина. Уфолога прохильте, 4 хила здесь.
Играйте по охотницам. Сейчас поставлю метку. По черепу все играйте. Массейф нажми, я пока. Бета-тестер сам, вставай, беги. Череп, все играете по черепу. Ну да, да, нет сейва. Мастера на лед можете нажать и на защиту. У кого защита взята. Еще один череп. Давайте только не всех сразу, давайте по правой стороне пойдем. И сразу по охотнице будем играть. Череп я поставил. Не знаю, когда вы пойдете, но я сейчас сяду пить ману, потому что я был без маны. Ничего, зальют. Идите пить. Я пью, скибиди пьет ману. По черепу все играйте, если эта баба начнет кастовать обилку, уешь на милике, отбегите от нее. Сейчас начнет по ходу кастить. Застану минаться. После этого босса, у кого есть хапа, вы все в хапавах прыгаете. Ну, после трэша. То же самое по черепу играем. Че, ты разъепишешь шмот с этой сланы? Да, да, да. Да, да. Макс Будреван, скоро буду еще и пашить запы, если нужны, можешь здесь писать. Кусяо 10 лов пиши, или на мейте. А мейн? Ну окей, 10 мейн, раз. 10 мейн 2, 10 мейн 3. Кинешь обмен. Я по 4 выбил, 5 типа на ноги. Мне бошку надо купить, и я сразу апну до 10 просто. Только все там. Токен. ДК. Урога. Маша 10 оф раз. 10, 2. 10-3, обмен мастерами. Линк, дадите хил абсорб сланы. Ой, стоп, это посов? Блять, я подумал, что это токен, я дурак. Где не надо мне? Посох, ебешьте, кому надо, за 10 типа, но... Режь 10 раз, 10-2, 10-3, кинешь обмен. Токен Маша на лов поставил, тебе по мейну нужен? А, ладно, уже позабирал. По черепу играйте. Сама по сфере поиграйте. Токен. Один. 10 хау раз, 10-2, 10-3. Финиш обмен. Запы и пэ. Убхаем 10. Сяо 100. Раз. Два. Финиш обмен.
Речка не сильно тебя бафнет. А запах сильно бафнет. Колец хватает. Поэтому мы их не пашем. Его не пашем. Мага, есть же опять, да? Не помню, да, да, есть. Красавчик. Достань. У всех, у паладинов, у кого будет пек. Пила, пройдет число. Диспельте капитана Брэндона. У нас диспо. Ну? Понятно. Так. Женя в Акате, и место хила прыгнешь в танка. Тут надо срочно найти уколы. Пока будешь слева танчить, в Акате справа. Хау летает, все остальные хилят. Есть. Хау, когда нужно будет ПС каскави, когда будет стаки. Нормально. Тебе помогут, паладин. Рыбу поставил. Давайте, кушать. Фу, рыба. И полетели. На медведя ставь мед. Да, давай, сейчас найду его. Готовность на пол.